Барнаульские студенты классического вуза сегодня решили дарить не валентинки, а частицу себя в прямом смысле слова. Ребята стали донорами. Инициатором этой студенческой акции выступила Виктория Нечаева. Сегодня кровь девушка сдавала в 12 раз и решила привлечь к этому благородному делу своих сокурсников. Регулярное донорство, чтобы постоянно вот было такое движение у нас, и мы ходим вот уже там, с октября месяца, вот каждый месяц ходим небольшими группками. Добавим, что ежедневно в Алтайский краевой центр крови приходит до 100 человек. В общей сложности они сдают не менее 50 литров крови. Некоторые из ее компонентов необходимы ежедневно, например, маленьким пациентам отделения онкогематологии.